Даниил Лисовой, сегодняшний наш собеседник, тоже, Даня, поздравляем с вызовом в сборную, с первым вызовом. Как узнали о вызове? Кто, может быть, первым поздравил? Ну, как уже Рома Евгеньев говорил, у нас была восстановительная тренировка на базе. Вот и мне друг скинул в соцсетях то, что нас вызвали, и я первый ему сказал. Вот сам Роман отвечал вчера на наши вопросы и сказал, что не поверил пока списки, не увидел официальные, а ты? Ну, я тоже сначала не поверил, думал, что поздравляют с вызовом молодежную сборную. Вот потом, когда уже открыл ссылку, которую мне скинули, удивился, конечно, обрадовался. Как считаешь, за счет чего удалось прибавить в последнее время? Все-таки ты вот, получается, и по клубной линии из Тульского Арсенала перешел в Динамо, и по линии сборных играл в молодежке, а сейчас получил эту функциональную команду. Ну, какой-то один фактор я бы не мог выделить. Это и тренера, которые со мной работали, помогали мне, и я много над собой работал. Вот. С Божьей помощью тоже, поэтому всего понемногу. Кто помогает, может быть, в большей степени осваиваться, потому что здесь трое, по-моему, сейчас представителей «Динамо», еще Антон Шунин, ну, основной вратарь сборной. Вот. Или общаетесь больше вот группой молодых ребят, которые в молодежной сборной играли вместе? Пока только второй день здесь. Вот, я думаю, это нормально, то, что пока так немножко кучкуемся больше с молодыми. Вот, ну, я думаю, что 3-4 дня и с остальными тоже разобщаемся. Вот многие говорят о том, что в национальной команде очень хорошая атмосфера. Ну, практически каждый футболист уже успел почувствовать это. Да, все как бы взрослые общаются с молодыми, и никакого как бы барьера не чувствуется. И тренерский штаб тоже как бы есть диалог, поэтому все хорошо. Какие впечатления произвела на тебя игра сборной в сентябре, октябре? Вот Турция, Сербия, вообще турнир Лиги Наций. Может быть, это не оценки, но просто какие-то отметки для себя сделал. Вот на каком уровне и с какими командами предстоит играть, ну, если доверят место на поле? Наша сборная, как говорили, ну, видно, что каждый человек на поле понимает, что от него требуется, как в обороне, например, прессинговать нужно, перестраиваться, то есть что это не хаотично, а именно отработано и в атаке, открывание, перемещение все, то есть видно, что это все как бы отработано. А уровень соперников как показалось тебе? Речь о Турции, о Сербии. Конечно, высокий, у них много футболистов играют в самых ведущих лигах, европейских, вот, поэтому самый высокий уровень. Как считаешь, помогает игроку та ситуация, вот как, например, у вас в «Динамо» сейчас пришел новый тренер, уверенная игра, победы, несколько побед, и вот ты получаешь вызов в сборную. Вот это все, что происходит в клубе, это переносится на сборную? Или вот ты приехал условно и забываешь, что было до этого? Ну, я думаю, все нужно разделять клубные дела и дела сборной. Вот здесь уже нужно ментально перестраиваться, я считаю, на режим сборной и клубные дела чуть-чуть оставлять. А посматриваешь на соседний полюс тренировок, где молодежная команда тренируется, где еще, собственно говоря, месяц назад сам занимался? Возвращаемся с тренировки, да. Проходим, ну, пару фраз сегодня перекинулись, вот, а так, как бы у них сейчас свои задачи, у нас свои задачи, и будет еще время пообщаться вне сборной.